Хочу поделиться обзором отеля Бадавия. Отель Бадавия находится в районе Хадабы возле известного комплекса Эль-Маркато. Отель Бадавия является трехзвездочным отелем, на территории которого находится двухэтажные здания и одноэтажные здания. Находятся бассейны. Как мы видим, один слева, другой справа. Есть лежаки, где можно отдохнуть, полежать, искупаться. На улице есть бар. Прямо мы видим ресепшн, с которого сразу выходим на пляж и выходим к комнатам. Также с левой стороны здесь находится кухня. Питание здесь все включено по системе. Вот, еда нормальная. Именно на входе в отель Бадавия находятся вот такие цветы, которые здесь посажены, и они обильно красуются. Вот, и при входе в отель здесь очень красиво, уютно и прекрасно. Здесь можно получить эстетическое удовольствие от входа в сам отель, потому что здесь именно смотрят за этими цветами, и вот смотрят за пальмами, поливают их, чтобы они именно были всегда красивые и ухоженные, как вот эти цветники, которые находятся на входе в отель Бадавия. Дальше именно выход, здесь стоянка машин. Здесь можно приехать машиной и ставить машину и находиться возле отеля. Именно если кто приезжает машиной или автобусом, или каким-то транспортом. Здесь возле отеля проходит улица, которая идет к старому рынку. Там именно расстояние до старого рынка именно небольшое. Недалеко комплекс Эль-Маркато, вот, и там магазины, базарчики маленькие, и там возле комплекса встречают на одну ночь. Вечером проходят различные Всего. На территории отеля много пальм. Они все ухоженные, красивые, как мы видим здесь. Вот, и всегда они поливаются, имеют эстетический вид. И всегда можно на территории отеля прогуляться, получить эстетическое удовольствие от того, что зелени здесь
Зелень здесь есть. Именно в основном она на заднем дворике отеля. Вот такие пальмы красивые. И дальше проходят там цветники с цветами. Именно целая оранжерея цветов. А это именно пальма. Пляж от отеля находится в районе бухты Хадаба, недалеко от самого отеля. Один раз на день отвозит автобус на пляж, и в 9 часов отвозит, и до полтора обратно забирает именно на пляж отдыхающих. Море прекрасное, бухта, плавают красивые рыбки, именно есть зонтики, лежаки, где можно отдохнуть. Вот, и море теплое в бухте, как зимой, так и летом, потому что бухта безветренная, и здесь очень мало именно плохой погоды, потому что в бухту не заходят сильные ветра, и бухта очень спокойна, так что пляж прекрасный, с различными рыбками красивыми. И когда заходишь, они возле тебя плавают и доставляют тебе эстетическое наслаждение. Так что пляж очень прекрасный для отдыхающих.